сколько надо кушать человеку. Вот столько в день, сколько в кулак помещается. Сказал один из самых известных ученых касательно еды и здоровья человека. Немец. Больше не надо. А мы едим сколько? Мы объедаемся. Объедаемся. Мы не можем остановиться. Нас паразиты сидят. Они требуют. А вот сколько надо человеку, мы не знаем. Знали бы, может быть, не питали бы паразитов, а только себя. Сколько надо в обществе нам благ и всего материального. Чуть-чуть, чтобы счастливым быть. Кто сказал? Я сказал. Живу так уже с 2012 году. Что есть, то есть, на себя унести могу. И могу сказать, так жить намного лучше. Намного лучше. Паразитов кормить не надо, ни существ каких-то в астральном мире, в ментальном, ни в окружении себя. Все хотят что-то, на всех надо работать и со всеми делиться. Все что-то хотят вымогать, хотят у тебя выпросить, занять, а потом не отдать. Не на хорошее. На хорошее можно дать, нужно даже давать. Помогать всегда. А вот паразитов кормить не надо ни в теле, ни в обществе. Пойми. И жить начни, чтоб вот столько хватало тебе, что в кулак помещается еды. И чтоб на себе унести мог все, что есть твое. Чтоб легко путешествовалась, перевещалась душа твоя. Всегда. Люблю тебя. Поэтому с тобой делюсь тем, что знаю из практики своей. Чем живу? Как живу? Счастлив я. Поэтому есть и время, есть здоровье, есть любовь здесь в душе и в сердце. И есть любовь к ближнему. Сколько надо нам любви? Любви нам не надо, она у нас всегда. Надо любовь отдавать, не искать. Люблю я тебя, и любовь к тебе посылаю. Прими. И пусть, как свеча от спички зажигается, так и ты. Чуть-чуть любви от меня. Пусть твою любовь в душе и в сердце твоем активирует, запустит. К жизни приведет. Чтоб ты в жизни мог сказать, что много мне не надо, вот столько хватает покушать. И все, что свое, я с собой ношу, с собой имею. И со всеми делюсь той любовью, что раскрылась в душе моей. Люблю тебя.